Сегодня к памятнику героям 13-й лыжной бригады на острове Ягры возложили цветы. На торжественном митинге собрались три поколения жителей Северодвинска. Почтить память тех, кто встал на защиту своей страны в годы Великой Отечественной войны, пришли сюда северодвинцы трех поколений. Сегодня исполняется 70 лет создания 13-й лыжной бригады, которая воевала на Волховском фронте. В нее входил 51 житель нашего города. Мы не один раз были у этого памятника. Каждый год 9 мая мы вспоминаем про тех ветеранов, которые ушли, солдат, которые ушли на Волховский фронт, которые отдали свои жизни. Это никогда нельзя забывать. Мы многое проходим об этом в школе. Я тоже читаю многое, слышал об этом подвиге 13-й лыжной бригады. Мне кажется, сейчас уже не очень многие помнят. Это дело, личное дело каждого. Я помню. 13-я отдельная лыжная бригада формировалась Молотовским горвоенкоматом осенью 1942 года. Личный состав отбирался из числа лиц в возрасте от 20 до 35 лет, физически здоровых и крепких, умеющих ходить на лыжах. Бойцы бригады участвовали в прорыве блокады Ленинграда в ходе операции «Искра».